В отношении дорожного полицейского, который подозревается в избиении общественника Арсена Шакуова в Алматы, решен вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Об этом сегодня на брифинге в МВД сообщил официальный представитель ведомства Нурдиль Даураз. 28 октября президент Ассоциации безопасности дорожного движения Арсен Шакуов заметил нарушение на дороге. Увидев дорожного полицейского, общественник подошел к нему с включенной камерой мобильного телефона и хотел сообщить ему об этом. Однако, по словам Шакуова, страж порядка, вместо того, чтобы разбираться с нарушением на своем участке, набросился на него, пытался отобрать камеру и повалил на землю. После инцидента потерпевший обратился в больницу, где зафиксировал побои, написал заявление на полицейского и выложил материал в YouTube. Тихо! Тихо, господин! Что нападение делает? Эту ситуацию вчера прокомментировал председатель комитета административной полиции МВД Казахстана Игорь Лепеха. По его словам, в отношении дорожного полицейского решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Я дал указание своим руководителям по линии дорожной полиции выявить этого сотрудника и примем к нему самые жесткие меры. Если факты подтвердятся, скорее всего, они подтвердятся, значит, будет возбуждено уголовное дело, он будет привлечен к уголовной ответственности. Сегодня официальный представитель МВД Нурдиль Даураз сообщил, что по данному делу проводится служебное расследование и решен вопрос о привлечении виновника к дисциплинарной ответственности. В данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, по факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение и решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновного. Бибигуль Саржанова, Ганизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны.